задание. И сегодня мы с Матвеем решили один факт из ТикТока попробовать. Да, Матвей? По названиям, если поставить рельсу и много вагонеток и скатить их в озеро, то какой-то появится там. Вот там вот какой-то чубачубс. Чубачубс. Давай тут сделаем. Да, чтобы Должно. Точно, это же должно работать, чтобы было. Где рельсы-то? Вагонетка поехала! Дубль первый. Еще не поехал. Этот, кстати, факт очень странный. Тут, короче, опасно. То вагонетка не поедет. Нет, факт не работает. Стой. Как не работает? Мы перед роликом... Мы перед роликом в туалет ходили. Это сколько кнопок? Блин. Тут нужно, наверное, рельсы скорости поставить. Чтобы в океан поехали. Да ё-моё, рельсы не могу поставить ровно. Да пофиг, я уже поставил. Так, что будет идти? Да пошла вагонетка. И никто не появился. Потому что, да, нет. Надо было много вагонеток. Точно! Я дебил. Блин, у нас не получится. Я ничего не видел. Не показалось. Или что-то я там видел. Этот факт нужно проверить точно. Матвей, запускаем. Стой. Нам нужно сделать, короче, туннель. Где мы поставим рельсы. Ну, короче, ну ты знаешь, вагонетки. Там нужно много вагонеток, но у нас... Да стой, не мешай. Я сам сейчас попробую это все сделать. Из-за твоих свинопепок. Можешь в гости приду. Ты какой-то факт видишь? Я ничего ни хера не вижу. Дань, давай тут. Дань, что? Смотри, место. Ты где? Во. Ты хоть где? На Луне. Как мы тут делать-то будем? Посрём, посикаем, будем делать. Шутить, круто я умею. Ну, я не знаю, а как ты думаешь, где это появится тогда существо? Ой, блин. Это чё? Кажется, факт не работает. Забраться. А чё факты не работают? Поехали. Как факты используем? Даня, подожди меня. Нам придется искать место, где мы точно.